точный ответ на этот вопрос вам даст наша постоянная ведущая Яна Чулик. Кстати, если раздумывать над тем, существовал ли Дон Кихот на самом деле или нет, может быть, стоит все-таки подумать о том, что Дон Кихот до сих пор существует. Причем он живет в каждом из нас, когда мы боремся с ветряными мельницами или стараемся бороться за идею, в которую верим. Катя, у вас вопрос любой нормальный ответ. Существовал ли Дон Кихот на самом деле или Сервантес его придумал? Знаете, что лучшие литературоведы нескольких веков бились над этой проблемой, ответа до сих пор нет. Мне лично больше всего нравится...